a season of restoration. В той округе была одна аморальная женщина, и все знали, что она проститутка. Когда она услышала, что Иисус пришел в дом Симона, она не пришла к Иисусу мимоходом. Она пришла с лучшим отношением, лучшей жертвой, лучшим поклонением. Она пришла разбитой и плачущей. Она встала на колени перед Иисусом, сокрушаясь и плача. Она покрыла его ноги слезами, которые капали с ее щек. Я говорил об этом ранее и повторю снова. Иногда величайшее, что мы можем дать Богу, это наши слезы. Ковид затронул многих. Многие в нашей церкви говорят: «Пастор, я потерял мать, потерял родственника, я оскорблю с вами». Но мы не пойдем путем цинизма, мы обратим наш плач в поклонение. Мы обратим наши тревоги в поклонение. Мы обратим нашу ношу в поклонение. Мы обратим нашу ношу в поклонение. Мы будем поклоняться Богу живому. Когда Иов потерял все, жена сказала ему: «Почему бы тебе не проклясть Бога?» А он сказал: «Нет, хоть он и сокрушает меня, я буду поклоняться ему». Бог создал нас, чтобы мы поклонялись ему. В вашем сердце есть песня, есть мелодия. У вас есть что-то, что должно поклоняться Творцу. А когда мы перестаем поклоняться Богу, мы слетаем с орбиты. Мы как спутник, сбившийся с орбиты. Мы были созданы Богом и для Бога. И вот пришла эта женщина с разбитым сосудом. Она покрыла его ноги слезами, которые падали с ее щек. Она продолжала плакать и вытирать его ноги своими длинными волосами. Вновь и вновь она целовала ноги Иисуса. Знаете, вы не целуете свою жену только один раз, в день свадьбы, к примеру. Вы целуете свою жену вновь и вновь. Надеюсь, ваши поцелуи становятся лучше. Когда я провожу бракосочетание, то всегда говорю: надеюсь, что это было просто для других. Надеюсь, что вы будете целоваться по-другому. Это не тот поцелуй, который привел вас сюда. Мы должны целовать Иисуса вновь и вновь в поклонении, в восхищении. Мы должны любить Его без стыда. Мы должны поклоняться Ему экстравагантно. Он не может стать дополнением. Мы не можем посадить Иисуса на скамью запасных и думать, что так мы решим проблемы нашей страны. О нет, вновь и вновь она целовала ноги Иисуса, а затем в качестве поклонения она открыла свой сосуд и помазала его ноги дорогими духами. Когда Симеон увидел это, то подумал: этот человек не может быть настоящим пророком, ведь тогда бы он знал, какая грешница касается его. Мы знаем, что когда нечистый касается чистого, то становится чистым. Аминь. Когда разбитый касается целого, разбитый становится целым. Когда неосвященный касается освященного, он становится освященным. Когда неправедный касается праведного, когда запутавшийся касается Спасителя, когда грешник касается Спасителя, когда проститутка касается Спасителя, когда ненавистник касается Спасителя, когда расист касается Спасителя, то происходит перемена, трансформация благодаря Иисусу Христу. Эта женщина пришла к Иисусу. Ее сосуд представлял ее жизнь. И когда она начала изливать слезы на Иисуса, Он начал изливать на нее полноту, жизнь, восстановление, мир, прощение. Вплоть до этого момента ее поступки определяли ее. Ее определяло мнение людей. Она носила столько ярлыков. Она была нечистой, проституткой. Но у нее появилась надежда, когда она услышала об Иисусе. Возможно, вы сидите сегодня, и вы разбиты и потеряны. Я хочу сказать вам, у подножия креста есть место для вас. Вы можете прийти к Иисусу
Иисусу таким, как есть. И что бы вы ни несли с собой, горечь, боль, сожаление, вы можете прийти со своим сосудом и излить его на Иисуса, и когда вы будете выливать разочарование, сожаление, страх, боль на Иисуса, будете изливать слезы на Иисуса, Он будет изливать на вас полноту, Он будет изливать на вас достоинство. Нет ничего лучше Бога. Сатана пытается забрать Бога из общества, но я хочу сказать вам, что разбитые и потерянные возвращаются в дом поклонения. Мы увидим, как Иисус будет приходить на наше собрание. Бог поставит все вверх ногами. Мы увидим движение Божие в ЮАР, которое станет благословением для всей Африки. Воскликните «Аминь», если вы верите в это сегодня во имя Иисуса. Она поклонялась Ему без стыда. Аллилуйя! Она поклонялась Ему экстравагантно. Бывает так, что ты приходишь в ресторан и сидишь среди неспасенных. И когда настает время молитвы, ты делаешь так, словно у тебя болит голова. На самом же деле это была твоя быстрая молитва, но с ней все было иначе. Настало время выйти на публику. Настало время выйти без оправданий. Настало время вознести Иисуса в обществе. Настало время прославить имя Иисуса, где бы мы ни были. Хватит придумывать оправдания. Не знаю, как вы, но я был слеп, а теперь вижу. Я был потерян, а теперь найден. Мое имя записано в книге жизни Агнца. У меня есть причины прославлять Бога. И когда тебя приглашают на ужин, провозгласите молитву поклонения и измените атмосферу во всем ресторане. Ваша молитва и поклонение принесут климат небес на землю. И даже насмешники захотят попасть во дворы Божии. Хочу, чтобы вы прославили Господа сегодня в Блумфонтейне, Йоханнесбурге и у себя дома. Прославьте Его от всего сердца, молодежь. Прославьте Его так, словно вас не сковывают наркотики, алкоголь или еще что-то. Такое ощущение, что в нашей стране люди начали стыдиться. Мы хотим, чтобы все открыли, кроме церквей. Мы думали, что последнее, что нам нужно в мире, это Иисус. Мы сделали Его исторической личностью, поместили Его в музей. Мы ведем себя так, словно Он не живой. Иногда мы поклоняемся Ему так, словно Он не живой. Мы приходим в церковь, словно Он не живой. Мы молимся так, словно Он не живой. Внезапно у Бога закончились ответы. Внезапно Бог перестал контролировать все. Я хочу сказать еще раз, этот вирус COVID украл часть хвалы и поклонения у Бога. А для того, чтобы поднялась эта волна пробуждения, нам нужен климат хвалы и поклонения в Доме Божьем, в сердцах верующих. Нам нужны люди, которые открыто выступают за Бога, где бы они ни были во имя Иисуса. Не имеет значения, что есть у нас на земле. Когда мы умрем, то все будем равны. Не имеет значения, сколько у вас денег, вы можете быть миллиардером, но когда вы умрете как последний бедняк. Возможно, у вас будет особый гроб, но у вас не будет особого пути на небо. Ваша власть на земле не определяет ваше положение в жизни после смерти. Ваше положение не дает особых привилегий на другой стороне. Цвет вашей кожи не дает вам привилегий на другой стороне. Ваше воспитание не дает вам привилегий на другой стороне. Есть лишь один посредник между Богом и людьми. Его зовут Иисус Христос. Он единственный путь к Богу. Я говорю, Он единственный путь к Богу. Нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись, кроме имени Иисуса. Вот почему мы не позволим дьяволу затыкать нам рот. Мы будем говорить все громче об Иисусе. Мы будем говорить громче в наших школах, в наших университетах, на наших собраниях. Возможно, вам это не нравится, но ничего. Эта женщина вошла в дом, и там собрались религиозные люди.
К сожалению, часто бывает так, что чем успешнее становятся люди, тем меньше они признают существование Бога. Они забывают о том, как служили Богу, будучи студентами. Кто-то был главой христианского студенческого комитета, но забыл, что наша единственная надежда скрыта в личности Иисуса. Я говорил об этом много раз в нашей церкви. Мы боремся с этим вирусом наукой и верой. Когда вы приходите сюда, это самое безопасное место. Мы потратили сотни тысяч, чтобы подготовить системы вентиляции, санитайзеры и обеспечить вашу безопасность на этом месте. Здесь безопаснее, чем в том баре, в котором вы были вчера. Здесь безопаснее, чем в такси. Здесь безопасно, и вы можете поклоняться Богу. Аллилуйя! Итак, она пробралась через всех уважаемых людей, которые решили просто посмотреть. Сейчас не время быть наблюдателем. Молодой человек сидит со здоровыми ногами, но ни разу не поднялся на ноги, чтобы поклониться Богу. Есть человек в инвалидном кресле, который хотел бы иметь здоровые ноги, и он бы танцевал, как Давид, перед ковчегом Завета. Вы ни разу не возвысили свой голос. А есть люди, которые страдают сейчас от болезней. Если бы у них была такая возможность, они бы возвысили свой голос и прославили бы Бога как царя. Вы ведете себя как лентяй. Поклонение онлайн не может быть заменой поклонения в церкви. Мы царственное священство, святой народ, избранное поколение. Нас призвали из тьмы, из этого мира, чтобы мы прославляли Бога, куда бы мы ни шли. Некоторые христиане готовы отказаться от права поклоняться Богу из-за стыда. Мы лучше будем сидеть в ресторане с толпой людей, чем в доме, где люди следуют правилам. Пожалуйста, поднимайтесь на свои ноги. А вот вам доказательство. Это те люди, которые любят Бога. Попробуйте сделать то же самое в такси или в баре. Да. Итак, она поклонялась ему, будучи изгоем. Она поклонялась ему в своей разбитости. И этот момент поклонения изменил все. Хочу попросить вас сейчас всех встать. Пожалуйста, если вам не трудно. Спасибо. Можете присаживаться. Ну что? Господа воинствующие атеисты, как вам такое? Многие из вас понесли потери. Да. Вы оказались в трудном положении. Но я хочу сказать вам сегодня, что 2021 будет годом божественного восстановления. Если вы будете следовать за Богом, то будете восстанавливаться понемногу. Сам Бог сделает это. Послушайте, сам Бог сделает это. Когда вы вернетесь к месту поклонения и перестанете потеть, не дадите страху контролировать вас, придете во дворы Божии, все в вашей жизни изменится. Исаия, 29 глава, 13 стих. «И сказал Господь, так как этот народ приближается ко мне устами своими, и языком своим чтит меня, сердце же его далеко отстоит от меня». Что происходит, когда мы удаляем свои сердца от Бога? Это как если бы женатый человек разлюбил. Мы не будем заниматься этим, если нашего сердца нет в этом. Мы не занимаемся христианством, потому что наш ребенок или наша мать обрели Иисуса. Я сам обретаю Иисуса. Иисус становится моей драгоценной жемчужиной. Иисус становится всем для меня. Иисус становится страстью моей жизни. И даже если мои друзья не хотят служить Ему, я принимаю решение поклоняться Ему. Если мой парень не хочет иметь ничего общего с Богом, то я не хочу иметь ничего общего с этим парнем. Я услышу «Аминь». Девушки, мне не нужен земной папик. У меня есть Отец на небе.
У меня есть отец, который обещал позаботиться обо мне. Я не знаю, как, но Бог обещал. Мне лишь нужно вернуться во дворы Божии и поклоняться Ему. Сказано, что они удалили сердца от меня, и благоговение их предо мной есть изучение заповедей человеческих. Почему сейчас люди так боятся поклоняться Богу? Внезапно! Но мы не боимся ничего другого. Церквям в Америке разрешили открыться на 100%. Я разговаривал со своим другом Далласом. Он говорит, что в Далласе ни в одну церковь не вернулось более 50%, потому что они боятся. Нас запугали. Нам промыли мозги. Никто не боится пойти в ресторан. Кто-то мне прислал вчера фото, и это уже не новость, нашего аэропорта. Там столько людей. Они не стоят на расстоянии в 1,5 метра друг от друга. Они не сидят, как вы сегодня, придерживаясь дистанции. Они сидят друг на друге. А потом мы садимся в самолет и сидим вот так. После этого мы выходим из самолета, и внезапно возникает угроза. Я не потерял разум, когда спасся. Итак, Бог говорит, вот я еще необычайно поступлю с этим народом. Будьте готовы. Поднимите свою руку и скажите, я-то да, готов. Он говорит чудно и дивно. А вот что Бог сделает в ЮАР. Так что мудрость мудрецов его погибнет. И разума у разумных его не станет. Вы согласны со мной? Хочу сказать вам нечто. Мы выходим в разных странах. Не стоит игнорировать мои слова и говорить, «Я из Нигерии. Бог благословляет все страны». Я хочу, чтобы вы понимали это. Но я также хочу сказать нечто ЮАР. Бог любит все страны. Но у Бога есть особый план для этой страны. Божья рука на этой стране. Бог будет использовать ЮАР, чтобы она была благословением для всего мира. Бог будет использовать ЮАР и вас, молодежь. Вы будете менять мир. Я говорю о Европе, Африке, странах Африки. Бог будет использовать вас. Как вы думаете, для чего вы прошли все это? Сатана пытается уничтожить планы Божии для этой страны. Он не может. Предсказания о третьей волне не исполнились. Как думаете, почему? Бог милостив к нам, и Бог будет и дальше милостив к нам. Мы будем и дальше молиться за ЮАР, за движение Божие в этой стране, во имя Иисуса. Мы молимся о том, чтобы не случилось то, о чем другие говорят. После этой пандемии не будет кризиса здравоохранения. Люди будут получать свои лекарства от туберкулеза и прочего. А вы слышали, что эти вирусы мутируют, и многие переживают о том, что вас ожидает? Библия говорит, что когда враг приходит как потоп, Дух Господень поднимет знамя против него. Ситуация станет не хуже, а лучше. Мы не опустимся, а поднимемся. Мне нужны верующие. Библия говорит, что все возможно верующему. Если мы будем молиться в согласии, то не будем верить пессимистам. Мы не будем пророками погибели. Мы пророчествуем будущее этой стране. Мы говорим, что в ЮАР будет жизнь, будет надежда, будет пробуждение. Мы увидим, как бедность уйдет. Нас ждет экономическое пробуждение во имя Иисуса Христа. То, что враг задумал во зло, Бог обратит во благо. Но это не случится благодаря могуществу или силе. Это случится благодаря Духу Святому. Мы не можем закрывать церкви. Мы не можем убирать присутствие Божие из общества. А нужна церковь. Нужна слава Божия, меняющая людей. И эти люди должны облегчать боль и страдания. Уничтожать бедность. Величайший вирус на континенте. Вы знаете, что я говорю правду. Величайшая пандемия — это бедность. Мы объявили ей войну. Пусть к 2030 году во имя Иисуса мы сломаем хребет бедности в ЮАР. Я услышу аминь. Но мы не сделаем это только благодаря человеческому интеллекту.
Там нужны праведники, которых поднимает Бог, чтобы исполнять Его планы. Нам нужны Есфири, Даниилы, Иосифы, Деворы. Мы говорим о поклонении в церкви, но часть вашего поклонения там, где вы стоите, от Его имени, на том месте, которое дал вам Бог. Все будет меняться кардинальным образом. Ваша семья изменится, окружающий мир изменится, когда вы примете решение поклоняться. Наше время подошло к концу, я хочу обратиться к нашим зрителям. Хочу сказать вам сегодня, что Бог так сильно полюбил вас. Я был слеп, меня так долго сдерживали вещи этого мира. Многие все усложняют. Складывается такое ощущение, что вам нужна научная степень, чтобы наладить отношения с Богом. Но Иисус говорит иначе: «Всякий». Вы ощущаете бремя, ношу, а вы потеряны. Вы знаете, если это про вас. Закройте глаза и склоните головы. Оставайтесь на своих местах здесь и во всех наших церквях. Вы сидите у себя дома и говорите: «Мне нужно начать все заново с Богом. Я потерял свою страсть. Мне нужно начать все заново, я хочу отдать Ему все». Если вы желаете этого, то я хочу помолиться за вас. Это просто. Вам лишь нужно поступить так, как поступила эта женщина. Она пришла, а остальное уже история. Если вы хотите этого, то тихонько поднимите свою руку, где бы вы ни были. Просто поднимите руку. А теперь все склоните головы, поднимайте руку, да, пусть Бог благословит вас. И теперь повторяйте эту молитву со мною. Скажите: «Господь Иисус, сегодня я возвращаюсь к Тебе, я принимаю Тебя как своего Господа и Спасителя. Я верю, что Ты умер за мой грех, воскрес из мертвых и живешь вечно во имя Иисуса. Я отдаю Тебе все. Аминь и аминь. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Давайте прославим Иисуса за каждое решение, которое люди приняли сегодня.